Музыканты, да. Ну, большая часть туда знают, что хотят. Ну, есть такие, которые сам, я помню, самое смешное, вот я в случае пришел молодой парень, ну, же с 90-х годов, вот, ну, эстонец, плохо по-русски говорил, но он пришел и сказал, отель Росси черная гитара. Так, с акцентом. И все было ясно. Он хотел хорошую черную гитару. Собственно, что он хотел, то и получил. Ну, я делал черную гитару, он был доволен. Никаких лишних там, что тут белый или черный, хотел хорошую черную гитару. Это, наверное, любимый цвет молодых музыкантов. Ну, кажется, черный отсутствие цвета. Нейтральные, вашим и нашим, то универсальный цвет. А что вы больше всего сами любите делать? Ну, как любить? Так трудно сказать, что. Именно в работе приходится все делать. Да, да. Нет, конечно, интереснее работать, когда что-то новое, там, оригинальное, необычное. Потому что стандартная, это уже рутина обычная работа. Там. Надо что-то кому-то сделать, вот знаешь, что ты берешь, там, клеишь, красишь, владеешь. Вот. А вот когда что-то необычное, там, что-нибудь похитрее, поинтереснее. Ну, новое всегда интересно делать. Да. А так стандартно, уже привычно, просто что как ремесло, но необходимое, там, неизбежное зло, да, хлеб насущный. Акустические какие-то тоже делаете? Ну, полностью нет. Полностью, что как бы. Только ремонты. Uh-huh. Да, ремонт, если там гриф. Акустика требует своей специфики, там нужно массу шаблонов, всяких форм, это гнуть, и можно место больше, чтобы помещение, и кучу всяких разных. А полуакустики разные. Полуакустики, да, приходилось делать. Вот. А так больше, большей частью, это все сводится к ремонту грифа или замена грифа, там ремонт грифа. Корпусов, потому что их достаточно, и так уже всяких можно взять дешевую китайскую, скажем, там просто как корпус, и уже там реновировать, делать.